Итак, дорогие друзья, всем привет! Вы на канале «Новые технологии». С вами, как всегда, Юля, и сегодня будем говорить о новинках от Xiaomi, это серия Mi 12, которая была представлена под конец уходящего 2021 года с расчетом начала продаж уже в новом 2022 году. В новую серию входят три модели, это Xiaomi 12, 12 Pro и 12X. Ну и как обычно, я начну обзор со старшей модели, в которой компания постаралась воплотить все самое лучшее с технической точки зрения. Итак, Xiaomi 12 Pro получил 6,73-дюймовую панель AMOLED LTPO Samsung E5 с разрешением QHD+, 3200 на 1440 точек, улучшенным контролем герцовки от 1 до 120 Гц в зависимости от сценария и частотой опроса сенсора 480 Гц. Панель поддерживает 100% цветовой охват DCI-P3, Dolby Vision и HDR10+. Максимальная яркость заявлена до 1500 нит с 16 тысячами уровней регулировки автоматической яркости, а вот контрастность будет 8 миллионов к одному. Отмечу еще и то, что сама панель имеет минимальные рамки по трем краям и небольшой отступ снизу. Такой формат экрана практически не оставляет места для датчиков на передней панели, однако компания решила этот вопрос, оснастив Xiaomi 12 Pro первым встроенным в дисплей датчиком освещенности Gojix, который помимо обычной автоматической регулировки яркости и цвета, также помогает передней камере, когда доходит дело до фотографии. Датчик сводит к минимуму интерференцию света экрана, а также позволяет проводить точное измерение цветовой температуры и освещенности. Кроме этого, этот же сенсор работает как датчик приближения. Ну и здесь же под панелью скрывается сканер отпечатков пальцев с функцией контроля сердечного ритма. А вот защищает всю эту конструкцию передовое стекло Gorilla Glass Victus. Ну и можно отметить еще и то, что экран получил высочайшую оценку A+ от лаборатории DisplayMate. Что касается основной камеры Xiaomi 12 Pro, то здесь можно отметить главный 7-линзовый модуль, построенный на 50-мегапиксельном сенсоре Sony IMX707 с размером сенсора 1 к 1,28 дюйма, размером пикселя 2,44 микрон при объединении 4 пикселей в 1, диафрагмой f1.9, фокусным расстоянием 24 мм, фазовым автофокусом и оптической стабилизацией изображения. Дополняет его 6-линзовый ультраширокоугольный модуль, опять же на 50 мегапикселей, с углом обзора 115 градусов и диафрагмой f2.2. И замыкает эту троицу 5-линзовый портретный модуль, снова на 50 мегапикселей с диафрагмой f1.9 и эквивалентным фокусным расстоянием 48 мм. Все три модуля имеют продвинутую фокусировку CyberShot, которая фокусируется на объекте при любых условиях, и заявлен новый алгоритм NightMaker второй версии для улучшения ночной съемки. Ну и присутствует съемка в формате 8К при 24 кадрах в секунду. За хорошие селфи отвечает камера на 32 мегапикселя с режимом красоты лица и функцией разблокировки смартфона по лицу пользователя. И теперь, дорогие друзья, что касается производительной основы Xiaomi 12 Pro. Естественно, здесь заявлен новейший топовый 4-нанометровый процессор Snapdragon 8 Gen 1 с графикой ARM Mali G710 MC10, за охлаждение которого отвечает фирменная технология рассеивания тепла VC с общей площадью охлаждения до 2900 квадратных миллиметров, плюс оперативная память на 8 или 12 ГБ формата LPDDR5, и объем встроенного накопителя будет 128 или 256 ГБ стандарта UFS 3.1. Ну и теперь, дорогие друзья, питание. Здесь емкость аккумулятора составляет 4600 мАч с пиковой мощностью фирменной проводной зарядки до 120 Вт. Беспроводная зарядка будет мощностью до 50 Вт и есть и 10-ваттная беспроводная обратная зарядка. Стоит еще отметить, что за управление питанием и контролем температуры отвечает чип собственной разработки Xiaomi Surge P1. Ну и теперь звук, который обеспечивают 4 динамика, построенных при участии специалистов Harman Kardon. Они расположены по 2 под каждой решеткой сверху и снизу корпуса смартфона. Это должно обеспечить более качественное звучание в широком частотном диапазоне. Ну и сам смартфон работает на новеньком Android 12, поверх которого установлена новая фирменная оболочка MIUI 13. О ней я расскажу в следующем обзоре. Есть поддержка технологии повышения производительности в играх Game Turbo и линейный вибрационный двигатель. Что еще можно отметить, дорогие друзья, так это многофункциональный модуль NFC с поддержкой сервисов Google и множество платежных функций и инфракрасный порт. Сети представлены 2G, 3G, 4G LTE, 5G.
Беспроводные интерфейсы – это Wi-Fi 6+, и Bluetooth версии 5.2. За навигацию будут отвечать системы GPS, AGPS, GLONASS, Beidou и Galileo. Размеры аппарата, дорогие друзья, перед вами. Что касается новинки просто Xiaomi 12, то она получила 6,28-дюймовый AMOLED-дисплей с меньшим разрешением Full HD+, 2400 на 1080 точек. Все остальные характеристики экрана, в принципе, как и у старшей модели. Также основная камера будет иметь один 50-мегапиксельный сенсор Sony IMX766, дополненный оптической системой стабилизации изображения, второй сверхширокоугольный модуль на 13 мегапикселей и 5-мегапиксельный телемакромодуль с эквивалентным фокусным расстоянием 50 мм. Настройки камеры не отличаются существенно от старшей модели. Но и емкость аккумулятора составит 4500 мАч при поддержке фирменной проводной зарядки до 67 Вт. В принципе, дорогие друзья, это все отличия. Но еще одной новинкой стала урезанная модель Xiaomi 12X. Она получила такой же дисплей, как и у стандартной версии Xiaomi 12, но без поддержки Dolby Vision. Вместо новейшего флагманского процессора от Qualcomm Snapdragon 8 Gen 1 здесь используется чип Snapdragon 870. Конфигурация памяти не изменилась по сравнению с другими моделями. Ну и аккумулятор Xiaomi 12X сохранил емкость 4500 мАч и поддержку быстрой проводной зарядки. Но здесь не будет беспроводной зарядки. Ну и теперь, дорогие друзья, стоимость всех трех аппаратов. Цена Xiaomi 12 Pro начинается с $738 и заканчивается на отметке $848 в зависимости от модификации. Цена Xiaomi 12 стартует от $580 и заканчивается на $690. Ну и самая младшая модель 12X попросит за себя $502 за базовую конфигурацию и достигнет $596 за более мощную память. Продажи всех Xiaomi 12 серии начнутся уже с 31 декабря. Все доступные ссылки на продажу мы разместим в описании под этим видео. Ну и как всегда, дорогие друзья, в конце мы подведем итог. Xiaomi представила действительно хорошие смартфоны с прекрасной технической составляющей и довольно адекватной ценой. Хотя бы на фоне недавно представленного складного смартфона от Huawei со стоимостью от $1500. Так что есть повод присмотреться к новинкам. Ну а я заканчиваю свой обзор и, как всегда, не прощаюсь с вами. Если понравилось видео, не забудьте поставить лайк и оставить свой комментарий по поводу этих новинок. Те, кто еще не подписался на наш канал, обязательно подпишитесь, не забывая при этом нажимать на колокольчик, чтобы одним из первых получать свежие видео с нашего канала. С вами была Юля и канал Новых Технологий. Всем пока-пока!